Снова всем здравствуйте. Мы опять в тайге. Сегодня у нас немножко с утреца пасмурно. Прохладненько такая, хорошая прохлада. Прям отличное время, часов 7, не больше. Здесь все оживает, прям птицы забуздыривают. Все цветет. Комары летают, потому что жарко. Вот такая здесь красота. Все, улетел мой телефон, но я его поймал. Пойдем дальше. Я уже накосил чуть-чуть. Вон она какая здоровая. Уже лопухи целые. А недели две назад мы тут только-только из-под земли ее доставали. Пойдем дальше. Туда вот пойду. Все, ребята, комары кусаются. Прям караул, спасу никакого. Птички забуздыривают. Совсем сухонькая. Чего-то не хватило елочки. Там у нас сергазы ползает. Кондыки уже отходят почти. О, какая елочка большущая. Мне ее не обнять. У меня рук не хватит. Фух. Ну-ка вот сюда вот. Заверну. О, какую завалило. Ветром. Там реденько все. А тут вот более-менее начинается. А там ниже вообще труба. Фух. Вот здесь я пойду. Ну и чё, куда пойдем? А? Серега, а? Влево пойдем? Вот здесь колбишка какая. Тоненькая. А мы ищем толстенькую. Сейчас покажу. О, елка шлепнулась. Видать, слабенькая была.
Вот тут вот, какая тонюсенькая. Че, надыбал? А здесь что? Вообще леса нет. Одни осинки. Да березки немножко. Фух. Так, по грибке пройду маленько. А что ходить? Надо драть что-нибудь. Выбирать. Вот уже более-менее вот стоит. Кустичек хорошенький один. На всю округу, наверное. Искать надо. Все, ставлю я, наверное, рюкзак, сумку. Фух. Где поставить-то хоть? Вот тут тенечек поставлю. Ну вот я уже пакет набазовал. Какой большой. Пакет у меня большенький. О! Пучочечек такой вот. Красивый. Угощаю, брат с севера приехал. Фух. Тут тонкое в этом лесу. Вот туда надо идти вниз. Там, может быть, что-нибудь еще будет. Но это не точно. Все, иду собираю. Сегодня мы пытались проехать другую степь, но дорога наша была очень короткая. Там стоит пост, шлагбаум, сторож, и нам сказали: пропуск давай. А какой у нас пропуск? Скоро в тайгу не въехать, не войти. Хозяева кругом. Пришлось развернуться и ехать вот сюда вот. Шляемся, ходим. Колбишку собираем. Черемша называется. Вот она. Тут березка вот стоит. Вот тут можно было хороший капканчик влепить на кого-нибудь. Прям четко. Березяка такая. Смородина. О-о-о! Черешков надо наломать на чаек. Вкусно будет. Так я сейчас и сделаю. Этого наломаю. Вон еще кустики. Много не буду, на пару заварок. И все. Серега у меня где-то там. Пойду, наверное, к нему. О, там трасса технологическая. Где-то там дорога. Слышно, машина бухает. Ну, как-то так. Красивые, прям такие, кажется, что нет, такие какие-то как бархатные.
Вот еще. А вот это вообще караоке, мне кажется, это еще красивее. Вот какие. Уже отцветает, скорее всего. Солнышка нету. Ладно, хорымар. И вон еще тоже стоит. Красивящий. И там он выглядывает. И комары меня сожрали. У меня же есть этот бякушка, помазаться можно. А мне некогда мазаться. Ну все, погнал я дальше. Только подожди, Серега. А?